Всем привет, ребята, с вами Лен Смайл, и сегодня я вам расскажу о ошибках начинающих блогеров. Хоть я сама и начинающий блогер, но я учила эти ошибки и не буду их повторять, и хочу рассказать об этих ошибках вам. Приступим. Итак, ошибка номер один – это нету фона. Сейчас я вам это продемонстрирую. Всем привет, ребята, с вами Лен Смайл, и это мое первое видео. Вот так. Ну, у меня есть фон для видео, я всегда снимаю на столе. Второе. Тихий голос. Всем привет, с вами Лена Смайл, и сегодня мы будем с вами смотреть сериал. Третье. Это руки в кадре. Всем привет, и сегодня я вам покажу, сегодня я вам буду показывать обзор на салфетки. Вот, и вот. Четвертая ошибка, это звук на заднем плане. Всем привет, с вами Лена Смайл, и это мой первый сериал. Так, начнем. Вот так. Пятая ошибка – это отсутствие сценария. Сейчас вам это тоже продемонстрирую. Всем привет, с вами Лена Смайл, и значит сегодня это мой первый сериал. Ну что ж, это были ошибки начинающих видеоблогеров. Я надеюсь, что вы не будете их повторять. И я думаю, это видео было для вас полезным. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайк и всем пока!